Ну а в регионах Казахстана провели обследование гидротехнических сооружений. В ряде областей идет сброс воды из водохранилищ, чтобы был свободный объем для приема во время весеннего паводка. Отмечу, что водохранилища на юге Казахстана работают в режиме накопления. Из-за обилия воды в транзитный режим будет переведено Тасоткельское водохранилище в Жамбылской области, которое наполнено на 76%. В ведомстве отметили, что все водохранилища работают по установленному графику. Он будет скорректирован в зависимости от прогнозов по паводкам. Напомним, что в стране действует 8 бассейновых инспекций. Арала-Сырдаринская, Балхаш-Алакольская, Иртыская, Исильская, Жайык-Каспийская, Нурасарусовская, Табалтыргайская и Шуталаская. Водохранилища Табалтыргайского бассейна наполнены на 62%, а Исильского на 85%, Жайык-Каспийского на 37%, Иртыского на 83%, Нурасарусовского на 86%, Арала-Сырдаринского на 23%, Балхаш-Алакольского на 89%, Шуталаского бассейна наполнены на 54%.